بلا شك وجود ميليشيات المرتزقة الروسية الفاغنر، والذي لاقى ضجة إعلامية كبيرة نظرا للأعمال الرهيبة التي تقوم بها هذه المرتزقة في البلدان التي تتحرك فيها، لا يقتصر فقط على المشكلة الناتجة عن ممارسات هؤلاء. فوجود الفاغنر وهذا النوع من المرتزقة يفتح الأعين عن دور مجموعات أخرى تلعب دورا شبيها بدور الفاغنر. هذا ما كشف عنه لأخبار الآن يفغيني شابايف، زعيم مجموعة القوزاق لقدماء المحاربين الروس وأشهر المناهضين لانتهاكات الفاغنر. شابايف شرح الأسباب التي تجعل من العقوبات على زعيم الفاغنر بريغوجيني صعبة جدا. نتابع. Давайте отойдем от стереотипа, что существует только ЧВК Вагнер. На самом деле ЧВК Вагнер в единственном порядке существовал с 14 по 16 год. Они действовали принципиально очень неаккуратно, поэтому они были засвечены довольно-таки быстро. Эти люди не обладали большим спектром профессиональных знаний. Они гибли часто, и можно было их обнаружить. Средства массовой информации распиарили данную структуру, однозначно сравняли ее с российским государством, и это удобно, приятно в дальнейшем использовании. Сегодня ЧВК Вагнер — это один из маленьких элементов этого бизнеса. На самом деле бизнес распространяется довольно-таки широко, и применяется в этой структуре в основном люди, которые вчера служили в органах действующей силовых структур Российской Федерации. Завтра они выполняют задачи на сопредельных территориях, то есть в Ливии, Судане, Йемене, где угодно. А послезавтра возвращаются на свое рабочее место. У них есть полностью экипировка государственных сил, у них есть поддержка государственных сил. Они работают по факту на выполнение задач, которые перед ними ставят те же самые чиновники, что они работают на работе, но финансовую выгоду получает не государство, а конкретное физическое лицо. Вот и все. То есть частных военных компаний огромное число на сегодняшний момент. Они регистрируются для того, чтобы выполнить конкретный заказ. Более квалифицированно действуют, но работают не на государство Российской Федерации, а на частного инвестора. Вот и все. И не получают никакой защиты для себя. Наша деятельность, подразумевавшая собой именно защиту на первом этапе для членов ЧВК Вагнера, она говорила о том, чтобы мы запретили эти структуры, в принципе. С одной стороны, мы добились успеха, и частная военная компания Вагнер как таковая развалилась. Но наказания не получил никто из руководителей этих структур, в том числе и на международном уровне. Никаким образом санкции, которые подвержены Пригожину, не влияют на его бизнес. И очень плохо, что система SWIFT-платежей, она не нашла источников финансирования и не запретила эти переводы финансовых ресурсов его компании. Вполне логично это было сделать.